Вот купила такие кактусы. Цена очень достойная. Как раз у меня одно такое же кашпо есть дома под березу. Будет два. И кактусы здесь практически все, что мне нравятся. Три штучки. Вот этим я любовалась долго, красиво. Это тоже красивый колоновидный. Ну, этот как бы попроще. Немножко сфагнума, красиво. Камни придется немножко заменить. Так все нравится. Кашпо номер два. Тоже 350 рублей, но здесь два кактуса. Такая красивая ракушка. Вот эти шарики тоже красивые, они мне нравились, я их рассматривала долго. В прошлый раз, когда видео снимала. И вот этот красивый, мягкий, не колючий. Тоже цена 350. Кашпо очень мне нравится. Это были цветы у них. Вот в этих какие-то суккуленты были, чуверии. Видимо, они пропали. Потом они делают вот такие вот композиции. А в этих были в прошлом году, я хорошо помню, были какие-то бонсаи. Я купила один. У меня такой дома есть. Так что будет два березовых. Вот такие вот себе подарочки купила. Ну, очень красиво. Ну, кое-что доработаю, конечно. Вот этот пересажу березовый. Вот так все нравится. Какие интересные композиции в ракушках. Вот это вот мне нравится, красивая. Еще одна. Все по 350 рублей. Это шикарные кактусы. Мне Валентина подготовили. Красивая вот эта, вот мне нравится. Три кактуса, все интересные. Здесь мне нравится кактус, тоже колючий. Красиво. Все по-своему красивые. Здесь еще вверху есть под березку кашпо. Белочка какая хорошенькая. Какой красивый суккулентик. Интересный очень. Я первый раз вижу такой. С малиновым отливом кончики. Очень красиво смотрится. Красивый такой цвет, прям лососево-малиновый отлив. Форма интересная.
Интересный очень суккулентик новый. Раньше такого не было. Любуюсь, не налюбуюсь. Красивый очень. 230 рублей. Тулаки красивая зеленая. Я купила вот такую только с желтеньким. А это большие растения зеленые. 280 рублей. Листиков много осыпалось. Красивый ранделла. У него колючки мягкие-мягкие. Он даже не колючий. Вот их здесь несколько стоят. Мне вот этот понравился очень. Вот тут еще есть помоложе. Такой попушистее. Интересный очень. Здесь тоже, наверное, он к ним относится. Вот этот колючий. Но вообще он на опунцево похож. Красивый пушистик. Мягкие-мягкие колючки. Это, наверное, такой же. Нет, этот уже колючий. Вообще-то вот эта мамиллярия. Здесь разные стоят. Этот колючий, другой, этот мягкий. Купила вот себе такой суккулентик красивый.